Ну нахуй. Все, отдаляй, короче. Тебе сейчас придется транспондер опять врубать, наверное. Ну, еще не сейчас, но скоро. У меня круиз стоит. Аккуратнее, не отвлекайся. Это чувство, когда тебе жертва в прицеле, прям. Есть, я вижу вас. Все, я вижу вас. Отлично. Тогда ждем, когда он зависнет, и вдвоем открываем огонь. Будем долбить по водителю или по кораблю в целом? По кораблю в целом. Понял. Сейф зона, блять. Чего? Approaching safe zone and border. Да. У меня нету. Все, все, ладно. Есть. Ну, пока еще вроде... Я маленький астероид, не надо меня пугать. Я маленький астероид, меня нет. Он навалил. Ну что, может быть это его? Приблизимся и начнем убивать? А как насчет слева справа? Нет, прям давай. Он остановился. Подходи ближе. Все, готов. Сейчас выйду на позицию. Ближе подходи, ближе. Давай, приближайся. Тебя бурить начнет. Вот теперь мандраж появляется. Давай еще ближе. Ближе. Я снизу, ты сверху. Только от мертвой зоны отойди немножко. Что-то что есть мертвая зона? Ну, от центра прицела. Иди. Я готов ебашить. Прям вообще по-лютому, нахуй. Ну что, долбим? Давай. По нижним двигателям. Ну и лаги. Тихо. Все, походу. Блять, его надо остановить, пока боекомплект не вышел. Он уже очень сильно замедлился. Ебать. Ну, когда им взорвется вообще? Ну, и трастеры все выебаны уже снизу, по-моему. Есть. О! Что-то шваркнуло. Это пропеллент один из... У меня еще половина патронов, 200 штук. Слишком близко я подошел. Кошка, не сейчас, нахуй. Блин, хочу посмотреть, не получается, не грузит. Я записываю, если что. Киса, блядь, иди нахуй. Нельзя так с кошками обращаться. Да, это тот самый, кстати, парень. Блядь, так тяжело, короче. Я честно скажу. Пушка коса еще.
У меня 100 патронов. Я думаю, нужно, чтобы один преследовал, а второй его это... перезаряжал орудие. Да, наверное. Ого. Было близко. Попробуй водитель достать. Здесь, 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 здесь. Я прям по водителю уебал, нахуй. Так, начинаю, наверное, это... крутиться. Ого. Так, стой, не стреляй, не стреляй. Я прошел насквозь. У меня пушка выебалась. Сама меня, меня же выебала пушка. Ясно. Фух, все хорошо, короче, все, теперь. Патронов нет. Это он в тебя стреляет? Походу, по мне долбят. Да, он сидит в водительском. Так, мне надо уже патроны поменять. Что, давай, меняем? Отходи, отойди просто, чтобы выгрузиться. Понял. Я останусь. Я ушел в сторону совсем. Если есть снайперка, попробуй водилу снести. Не знаю. Есть снайперка. Давай я попробую так, знаешь, на медленном пути. Где у него водитель сидит? Водитель сидит с противоположной стороны от тростеров. Угу. Сейчас я нормально так стану. А слушай, он откис, что ли? Я что-то не пойму. Может быть, вполне. Что-то потому что я старался по водителю тоже долбануть. Если ты труп видишь, в воздухе летает. Я вижу, в воздухе летает труп. То он откис, скорее всего. Нет, не откис, он живой. Он живой, он в воздухе, блядь. Его надо убивать из снайперки. Где он? А он над шипом, прям над шипом. Вокруг, смотри, шипа. Не вижу. Да, я стараюсь найти его. Вот я сейчас пройду прямо рядом с ним. Вот, вот да. Вот, блин, ты далеко, значит, просто. Давай, ближе подойду. Я побаищу тогда. Да, отвлекай его, чтобы он это не соображал сильно. Можешь мне на корабль сесть лежа? Да, давай. Не знаю, ты решай сам. Наверное, нет. Я там два сиденья лучше это сижу. Мне, видишь, мне корабли плохо грузит. Не знаю, с чем это связано. У меня поврежден шип. Ну когда я, может, с тебя, с твоей камеры посмотрю, где он находится. Он сейчас над шипом находится, он сверху над ним. А, вон вижу, да, прыгай там. Вижу его. Давай, я отвлекаю. Ты убивай, ваншотом тебе надо его ебнуть. Корабль прогрузился на вас с другой стороны. Восемь своих патронов осталось. Это кто? Это что? Он ко мне пытается подытывать. Вот это он, чего? Ё-моё, тяжело попасть очень. Вот он, вижу. Попал, по-моему. Готов. Ебать, пиздец. Фиг пойми, какая скорость у снайперки. Как быстро пуля летит. Но он это, он откис. Перезаряжаю корабль. Давай, давай. Я тут смотрю тогда. Фух, бля. Не дыши в микрофон, пиздец, вообще лютая хуйня. Такс. Блять, у меня тростера выебаны на левом борту. Я своей же пушкой их выебал.
Ясно. Нормально мы его пропилили. Вообще пипец просто. Вот это уже честное ПВП. Нормально, не то, что мы там мертвые корабли некроманством занимались. Это тот самый парень. Тот кинза подтвердит, я тебе отвечаю. Это тот самый парень. Ебать, это лютый шиф вообще, блин. Слушай, может быть его отогнать на нашу станцию? А? Я могу даже тобик бросить. Взять все нужное с тобика. Пушки там, присобачить к этому кораблю, попробовать восстановить корабль. Если мы долетим, конечно. Это реально тот же самый шип. Ты перезарядил пушки? Да. Давай. Только проверка. Стой. Он по шипу не стреляет только. Да, я в сторону. Да, отлично. АМО работает. 495 в обойме. Я высаживаюсь. Не-не-не, подожди. Это, ты на шухере, я теперь перезаряжаюсь. Понял. Летаю просто вокруг, по кругу. О, пойду фотку сделаю, классно. Кинза, спи спокойно, как говорится. А мы себя отомстили. Ты видишь мой стрим? Да, его размотало вообще люто просто, чувака размотало. Че, ладошки вспотели? А нет, они просто это. У меня кто коленка взрыгнет в нервном тике, то еще что-нибудь. Все, мы работает отлично, я готов. Давай, камерка, давай. Давай скриншоты наделай с этим. А вот пытаюсь, я не могу спереди. Ну, чтоб ты, наверное, сделал. Не-не, давай уже как-нибудь. Как-то не так расслабляйся. Реально мне прям шип здорово поврежден. Во! Четко. А как скриншот сделать? Я не знаю, я это ножницы вообще делаю так. Вот это стимовский. Блин, шип у него вообще лютый, честно говоря. 2 миллиона рублей. Радиаторов миллион. Так, что еще? Так, игра. Перестань. Ой, все, у меня игра пошла. А у вас есть. Сколько до Zorn Station? 134 километра. Охренеть просто. Paint. Все, здесь никого нету, шип наш. Ни хрена тут дыр, короче. Прям вообще пипец просто. Так ему накидали. Так, а чё движ, движками? Ну, движки не так сильно повреждены, кстати. А, тут даже для зареза что-нибудь можно. Но спереди движки очень здорово пострадали. Там что-то. Картинки и мемчики кидаю. Главное, чтобы что-то дальше не рвануло задержка. А нет, тут просто прогрузили. Смотри, какая дыра лютая, блин. У меня аж лагать начало, когда я к этому шибу приблизился. Реально, у меня прям вообще FPS упал, блин. Ты видишь картинку? Нет. Я закинул картинки и нет, это. Пока. Ну, окей, забей пока что. Иди я выключаю твой стрим. Да, иди посмотри на шип. Ого. И тут накидали ему, короче. Это лютый майнер. Ему люто накидали. А сначала по двигателям, а потом начал его по всему подряд долбить. Так, ладно. Хватит о геройских эпосах. Го шип лутать. А что лутать-то? Его забирать надо отсюда, и все. Материалы. Ну, или забирать. Он, видишь, какой лютый он, короче, с этой... На морде. Я, знаешь, я, короче, я тебе больше скажу. Я этот шип видел, короче, на видосе, типа, кто-то хвастался, типа, блядь, смотри, какой шип крутой. Реально, вот такая вот расстановка лазеров, я ее видел. Я ее тупо видел. И все. Я, если тобик бросать, надо мой бросать. Че тут с ним? Окей, высаживаюсь тогда. Ты высаживаешь? Кор в карман ложить? Да нет, пока нет.
Я думаю, что надо это, надо сейчас сначала понять. Ох, ядрить. Вообще-то повреждение лютейшее нафиг. Ну вот с одной стороны он не поврежден, но с другой стороны прям пиздец. Прям так накидали. Ну, лететь должен быть, я не знаю, сколько у него пропеллентов осталось. А, один медиумный полный на две трети. Ой, три четверти. Нет, а пропеллент у него дофига просто. Долетит. И взрыв был дальше. Не сильный, пропеллент только взорвался один. Движки все покоцаны, надо попробовать их восстановить. Либо переставить, знаешь, там спереди, с боков, все назад. Потому что у него просто, знаешь, все прострелено, и просто блоки, тупо блоки двигателей оторваны. Нужно еще попробовать киркой поработать. У меня есть немножко бастиум. Додрать его? Остановить. Кстати, я слышал, что корабли нельзя-то забирать. Ну и что? Продать зато можно разлутать. Да. И вообще... Так, я сел за водительское кресло. Давай, пробуй. Отходи от этого. Так, да. А где мой корабль? Он не на пути, не вперед? Нет, подо мной. Окей. Нормально, пропеллен взорвался. Так, контейнер кидал. Даю газа. Ничего не происходит. Походу, всю панель ему разнесло. Эти все блоки управления. Может быть, вполне. Я ему очень хорошо накидывал туда. Поэтому он это, наверное, и вылез уже. Потому что нет смысла лететь. Но это майнер, тупо. Это тупо майнер. Тут ничего нет. Блин, я, короче, просмотрю, и мне кажется, я найду... У него FSU Forward на всю стоит, но он стоит на месте. То есть у него по этим таблицам, я не знаю, они актуальны или нет. Я пока пропеллен соединю, а у нас что-то запас. Он это... У него панель управления отсоединена. То есть она перебита где-то. Кнопки вот они. Ну-ка попробую их подвигать. Ничего не происходит. Может, я перестарался? Походу, перебито все. Слушай, ну баттери работает, вроде растирал это. Да, да. Я думаю, провод перебит просто. А чипы нашли? Чипы? Чипы? Чипы здесь есть, да. Ну там их целые раки. Ох ты, смотри, огромные. Здесь ни хрена себе, здесь верстаки, блядь, ебать, ну. И сан он какой хитрожопый, блин. Вообще звездец. Как там тут? Извратюга какой? Ты посмотри-ка на него, а здесь чё? Слушай, тут вообще есть хоть хотя бы один двигатель более-менее живой? Ну-ка проверим. Блин, тут... Ставлю. Я тебе больше на сотку скажу, ставлю. Здесь... Ну чё, ничего? Я ничего не почувствовал. Есть, очень слабый торг. Я понял, торг есть. Тысяча. Тянет, нет? Ну-ка, нет, нет. Нет. 10 000. О, что-то зашевелилось. Что-то бахнуло, и сразу же компьютер его переназначил. О, ливера тут убитый, короче. Стой, а здесь все блоки. И всю форвард и стоит, а и всю форвард. Надо, кстати, снять его, но. А то он сейчас восстановишь, он как дуванет жаром, блядь, пиздец. Спереди нет контакта, то есть перебит где-то кабель. Так, а это что? А, нет. Тут вставлено. Возможно, радиаторы перебиты. Двигателя. Я сфоткаю чей-то шип, блядь. О, там есть ник, да? Да. Отлично. Ему еще эту картинку надо забросить, где я стою на его фоне. Бедный чувак. Но у него не было шансов. В два рыла 4 пушки. И еще с такой точностью лютой. Ну, я тупо, я подъезжал, останавливался и наяривал по центру корабля. Наверное, там у него в зале вообще ничего не осталось. Не, у него целый, зад у него вообще целый. Он очень хорошо прикрыт был этим. Слушай. Нет, ну ты... Там просто ничего нету, там тупо коробки. И снаряды все тупо в коробке уходили. Знаешь, как шип называется? Как? Попробуй билдинг тулом что-нибудь восстановить. Сейчас.
Так, нужно так вот сделать. Ну, короче, блоки компьютеров здесь стоят у меня. Я сейчас просто фотку сделаю наших истребителей, тебя. Ну-ка, подлети ко мне. А ты где? А я вот перед кораблем прям. Да, давай. Твое никнейм, конечно, не будет видно. Чуть-чуть вправо посмотри. И вверх. Влево. 45 градусов. Вправо 30 градусов. Угу, отлично. Copy to clickboard. И выкидываю в кланы мемчики. Это тот самый шип, я тебе отвечаю. Я видел видео, как чувак хвастался, типа, блин, посмотрите, супер неебический шип, там вся фигня. Я его прям реально по этому имени можно будет найти. Я тебе отвечаю. А этот, что у него за компоновка? Сколько лазеров там? Как они вообще? Лазеров немного, но это просто громадина. У него Т2 движков не меньше 90-80. Вот как выглядит, посмотри, я скинул. Ну, это дура такая. Киса, ну чего? Какая ты мохнатая. Я выложу еще одну картину, которая показывает непосредственно сам корабль сбоку. Он огромный, действительно. То есть он прям... Я не знаю, сколько он весит. Вот, скинул. В клан-чате. Пизды высотаки движухи не получили. Кинза, наверное, нафига я спать пошел. Как его тут вообще вынесло люто. Ты посмотри, тут дыры просто везде прям. Слушай, вот сюда бы... Нет, сюда не пойдет этого. Аквариум. Как его тащить вот? Попробуем починить тогда. Он 7 мультов весит, кстати. Его чинить надо, чтобы тащить. Это да. И вот ну-ка, это... А ресурс-порт работает? Пипец. Ты хочешь сказать, что это не покупной корабль какой-то вообще? Нет, это кастомный. Я тебе говорю, я блогеры видел, которые это... Которые, короче... Ясно. Ресурс-порт не работает. Ну тут астероиды вокруг нас есть, если что. Там Бастим какой-нибудь. Чародий один стак у меня есть. Давай посмотрим на блюпринт, что тут не хватает. Погрузится, нет? О-о-о, есть, прогрузилось. Так, Агизиум нахуя надо, Бастиума 20 тысяч надо. Чародиума 26к надо. Чародиума не найдем здесь, Бастиум может быть. Нужно его на Заростанцию оттащить. Да. Экзориум Нургит. Короче, мы его не починим здесь так просто. Так, ну все, друзья, товарищи, наша эпопея закончилась. Я совсем забыл, что мы снимаем. Да, поэтому вот такие пирожки, вот так вот на шару, блин, залетели и просто отжали весь наш, как это называется, фигня-то? Все наши руды, короче, отжали, которые у нас тут воруют и продают потом на аукционе нереальными деньгами. Все, всем счастливо. Это наша корова, и мы ее доим.